Я почти уговорила себя, что мне не страшно. То она тут замедлилась 240 метров над уровнем моря. Но здесь прохладненько, но не смертельно. И я хочу сказать, что сейчас январь, и сейчас теплее, чем было в ноябре, когда я ездила сюда в пандемию. И как-то повеселее. Все-таки тут вон впереди люди едут, сзади меня люди едут. Не так страшно. Курить нельзя, оказывается, на канатке. Мне бы в голову не пришло, если бы они не написали. А теперь вот мне даже интересно покурить на канатке. Ай-ай-ай. Это вот столбы, когда проезжаем, где вот эти вот шарики-подшипники. И там тыг-дым начинается. Да, страшновато. Ну, в принципе, я сумку так одела, что она не выпадет. Все застегнула. Единственный вариант это телефон, но его тоже можно на руку одеть. Туда едем, красота гор. Обратно будем ехать, будет видно красоту Геленджикской бухты. Наверху у них маленькие обезьянки всякие, игрунки. Вот, из-за них туда еду. Гадов я уже в океанариуме именно снимала, но может быть тут будет что-то там особенное. Тогда сниму. И по дорожке походить, где там Баба-Яга. В общем, едем.